Здравствуйте, сегодня перед вами представлен мойка Паластрина модели МО-3000М. В данной машине присутствуют два клапана, то есть вы можете мыть двумя растворами. У данной машины есть как автоматический режим работы с выставлением времени с помощью счетчиков, так же и ручной режим работы, то есть либо на одном клапане, либо на другом. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Сейчас я вам в автоматическом режиме продемонстрирую, как и что работает. Включаем машину, запускаем вращение. Далее мы можем также регулировать с вами скорость вращения, быстрее, медленнее. Далее нажимаем с вами старт. Пожалуйста. Сейчас включился первый клапан. Он отрабатывает время по таймеру. Включается второй клапан. Все, машина отработана. Вращение выключаем. Пожалуйста. Помыли тару. Для переналадки на другой тип размер. Сзади имеется регулятор. Регулируете высоту, подстраиваете под свой тип размер. На этом все. Я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго. До свидания.